Название второй игры – «Сладкие соты». Вы должны извлечь выбранную вами форму из сахарного леденца. Никогда не думала, что я буду смотреть дораму, но за вчерашнюю ночь я пересмотрела все серии. И теперь у меня есть непреодолимое желание сделать сахарные соты. Нам понадобится сахар и сода. Засыпаем сахар в кастрюльку и начинаем его растапливать. Наша смесь растаяла, теперь убираем ее с плиты. И теперь добавляем буквально пол чайной ложечки соды. И все перемешиваем. Вот такая красота у нас получается. Теперь из этой смеси выливаем и делаем кругляшки на пергаментной бумаге. Вот такие кругляшочки у нас получились. Сейчас некоторые из них я попробую придавить вот этой вот крышкой, а потом будем вырезать формы. Это было сделано зря. Минус одна конфета. Или, может быть, не минус. Вот это вот точно минус. В общем, несколько штучек у меня, наверное, все-таки получилось. Теперь буду ждать, пока они остынут, и в следующем видео мы попробуем их вырезать. Это вторая часть про сахарные соты. Вот такие вот прикольные печеньки-конфетки у меня получились. И сейчас я буду пробовать их вырезать. И проверим, выживу я или нет. Я беру конфетку и иголочку и начинаю вот так вот шкрябать по местам прореза. Это очень неудобно, потому что иголка маленькая и еще выскальзывает из руки. Идеально отвалилась, просто идеально. Теперь надо еще отломать вторую сторону. Это вообще достаточно легко получается у меня. На самом деле был здесь очень плотный такой контур, то есть с этой стороны его даже не видно. И здесь точно такой же, но это очень легко у меня получилось. То есть, получается, в игре кальмара я бы выжила. Или нет? Да и пофигу, зато это вкусненько.